Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эдуард Лобанов и Малая река Черноземья. Сегодня у нас 3 июля, лето. 3 дня назад в Москве прошел тропический шторм с тропическим дождем. И нас он тоже посетил. Вон, посмотрите, сколько воды налил. Но кроме того, у нас всю ночь сегодня тоже шел дождь. Ливень, можно сказать. Лужи большие. К тому же сегодня днем обещает ветер до 20 метров в секунду. Вот в таких непростых условиях мы едем на рыбалку. Вы скажете, а что вы едете, могли бы остаться дома. Ну а как мы останемся дома, когда у нас выпал такой шанс поехать на рыбалку и в таких тяжелых, сложных условиях попробовать поймать рыбу. Мы едем в отдаленное место, где народа не очень много. Взял я сегодня спиннинговые приманки и снасти и поплавочную удочку. Я уверен, что вода вышла с берегов, поэтому экстремальная рыбалка нам сегодня обеспечена. Ну, посмотрим. Впереди дорога, впереди река, впереди рыбалка. Болото. Везде прошел, посмотрел. Это такая низина. Тянется она вдоль нашей, поперек нашей дороги, преградила нам путь. Но есть один способ преодолеть ее с разгона и рисковать. Дорогие друзья, надо выбирать. Или рисковать и ловить рыбу. Ну а если уж забуксуем, будет передача о том, как мы вываживали машину из болота. Ох, нелегкая эта работа. Из болота тянуть бегемота. Вот чтобы наша машина не стала таким бегемотом, надо ехать быстро по этому болоту. Практически лететь. Сейчас попробуем. Бегемот, ребята. Будем тащить. Ох, нелегкая это. Занесла нас сюда. Но нам еще ведь отсюда как-то выбираться. Туда дальше еще таких два ручья, может быть, даже покруче будут. Наверное, я сейчас развернусь. И пока не очень темно. Ну, честно говоря, еще час времени, 13 часов. Все-таки надо попробовать форсировать этот ручей назад. И поедем мы к речке. Но будем ловить, наверное, не на спиннинг. Я с собой захватил удочки, как я вам говорил. Сядем и отдохнем на бережке. Половим рыбы и повспоминаем, как мы здесь буксовали. И еще, может быть, будем сейчас буксовать. Поехали. Thank you.
Ну что, вот здесь мы, наверное, будем сегодня ловить рыбу на поплавочную удочку. До спининовых хороших мест мы не доехали сегодня, но причина тому московский циклон, московский тропический ливень. Ну, мы в Черноземье, не обязательно нам ловить щук, мы будем ловить сейчас плотву. Место хорошее, речка спокойная. Отдохнем, посидим на бережку, а там видно будет. Хорошо, что я сегодня захватил и удочки, и ящик, и даже прикормку. Ну, честно говоря, это не рояль в кустах, но я подумал, что возможно, что мы не проедем до того места. Ну, а здесь нам хватит. Так, сейчас я побыстренько прикормку приготовлю. Ну, такая нормальная прикормка, незамысловатая. Ничего я туда не буду добавлять, только воду. Разбросаю ее, и я думаю, местная рыбка на нее должна собраться. Сам бы съел. Можно, конечно, и затемнить, но я думаю, что рыбка здесь не привередливая. Она вполне и этого на это подойдет. Ну, течение есть, но не очень большое. Пару шаров я слеплю, средних таких, вот, и по плотности средних, чтобы они развалились приблизительно, ну, где-то на середине глубины речки. Вон она, рыбка собирает уже. Это, скорее всего, уклейка или плотвичка. А, красноперка, ага, ага, вон она подошла. Значит, нравится ей этот корм. Ну, хватит, я думаю, пока. У меня сегодня три удочки. Одна оболонская, а две с глухой оснасткой. Пока запустим в действие оболонская. Леска здесь стоит 0,14, поводок 0,12. Для таких речек, которые мало посещаются людьми, я думаю, это вполне нормальная толщина лески. Поплавок у меня здесь скользящий для удобства. Удилище 5-метровое. Сейчас я проверю, какая здесь глубина. Поплавок стоит легенький, крючок. А, ну вот, вот так где-то. Крючок 14 номер. Нормальный. Насажу пару красных опарышей, а пока они там будут болтаться, я поставлю, сделаю другие удочки. Вот так. Первая поймана рыбка, плотва. Попался она на два опарыша. Ну, размер. Размер нормальный. Я, конечно, не жду от сегодняшней рыбалки каких-то трофейных рыб. Ну, а такие в пределах 150, может быть, до 200 грамм, ну, хотелось бы поймать. Это плотва порядка, наверное, 70-80 грамм. Ну, все равно нормально. Опять пара опарышей и в путь. Сегодня обещали до 20 метров в секунду ветер. Ну, пока... Ну, порывы есть, может быть, метров 6-7. Но в основном так, довольно-таки тихо. Так, следующий настраиваю. Здесь у меня леска потолще и крючок, 10 номер. На этот крючок я буду насаживать червяка. Может быть, окунек клюнет. Вот так. Чуть подальше. Опа! Еще плотвичка. Опа, а там клюет. А,
размерчик побольше на червяка. О, как она встрепенулась, рыбка-то. О, вот она. Это я ловил 1.5 метра всего от поверхности. Прям только забросил. А здесь уже сидит. Побольше плотвичка. Я уменьшил глубину. Сейчас приблизительно середину воды ловлю. И сразу поклевки стали активны. А в принципе плотва... О. Опа. Это у нас уклейка. Ну такая хорошенькая уклеечка-то. Сразу на проглот. И, в принципе, активность рыбы даже увеличилась. А вторую удочку я так не могу забросить. Пожалуйста. Крючок маленький, видите, она сразу часто сходит. Опа. У меня есть кукуруза. Я сейчас открою баночку. И насажу кукурузу. Может быть, чуть покрупнее будет. И сразу кукурузу. Что нам скажет кукуруза? Плавок вообще лежит. О! А там уже сидит плотвичка. Хорошенькая. Взяла на проглот, значит, ей кукуруза нравится. Оденем еще кукурузу. О! Вот она. Ой-ой-ой. Вот она. Малые реки Черноземья рулят. Надо же, на кукурузу содит. На какой-то опарыш, на один, на два. С пол воды и без проблем. И большой крючок, и маленький крючок. Все равно. Клюет и леска потолще, потоньше. Вот она! Красноперая красавица! Красивая, правда? Замечательно. И размерчик такой хорошенький. Тоже взяла на кукурузу. Ну что, не поставь, они на все берут. Значит, это говорит об их активности и о том, что здесь рыбка не очень напугана людьми. То есть прессинг небольшой. Во-во-во-во, там клюет, там клюет, там клюет. Вот она. О! Это же такая посолиднее плотвичка. Больше 100 грамм. Ну, на две удочки некомфортно ловить. Ловится она и на эту удочку, и с дна ловится, и с середины. Поэтому я смотаю длинную удочку 6-метровую и буду ловить только на баллонскую снасть на 5-метровую. Все, не буду я сажать червяка. О! Смотрите, какой экземплярчик хороший. Смотать не могу удочку. Я попробую насадить червяка. Красноперку больше нравится все-таки червяк. Такой животный корм, чем растительный. Хотя по сегодняшнему дню и до лампочки. О! Червяка любит не только красноперка, но и маленькая уклейка. Кота возьму.
Здорово. Вроде сегодня и жарко относительно, градусов, наверное, да я думаю, под 30. Ну, может быть, сейчас вот солнышко зашло, ветерок подул, как-то покомфортнее. Вот она, вот уклейка. Вот сменил наживку, насадил червяка вместо кукурузы. Стал чаще попадаться уклейка. Ой, крючок оторвался. Леск 0,1 встрепенулась. Эта плотва уже классная. В пределах 200 грамм. Плотвичка крупная. Надо же, на кукурузу, на маленький крючок. На крючок она дернулась и оторвала. Ну, привяжем новый. Где здесь крупная рыбка-то? Опа! Все у меня здесь запуталось. Ну, честно говоря, и ловить мне уже поднадоело. Белая рыба очень активно сегодня ловилась. Сейчас скоро уже вечерняя заря наступает. Хочу я попробовать на этом отрезке половить щуку спиннингом. Конечно, до того места, куда мы сегодня собирались, не доехали. Ну, а вдруг здесь будет клевать. Поэтому вперед на рыбалку со спиннингом на вечернюю зорю. Сегодня я собирался с утра ловить на два спиннинга, но теперь буду ловить вечером. Первый спиннинг — это 7.35 тест, у него 2.10 длина. Плетенок здесь стоит 0.12, поводок. Ну, поводок достаточно тонкий, но не головлиный. То есть это на щуку спиннинг. И второй спиннинг — это, значит, сборный спиннинг. Нижняя часть от Вулкана, верхняя часть покупная неизвестного производителя. Я его немножко укоротил под себя. Плетенка здесь стоит 0,09, ну, то есть довольно-таки тонкая для головля, для окунька. Поэтому вот на эти спиннинги буду ловить. Этот спиннинг у меня предназначен в основном для вертушек, для легких приманок, для микроджиги. Ну, а этот потяжелее, уже вертушки побольше, и джиги побольше, и воблера. Это все-таки спиннинг больше рассчитан на рывковую проводку. Здесь катушка стоит 3000, на другом спиннинге стоит катушка 1500. То есть все как положено. Меньше спиннинг, меньше катушка. Сразу поставлю я джиг небольшой. Здесь, в принципе, глубина, я смотрю, так позволяет ловить на джиг. Вот, и заряжу вот такую вертушечку. Потихонечку поплывем. Вообще сейчас время... Оп! Ага, окуневок был. Вообще сейчас время вертушек. Лето – это самое время вертушек. На вертушке ловится и окунь, и щука, и голавль, и ясь. Иногда, даже если очень мелкая вертушка, ловится и мирная рыба, ну, плотва. Красноперка очень часто ловится на вертушку. То есть блесна – это универсальная. Ну, окунек сейчас стучал. Щучка на вертушку. Нормально. Попался на вертушку, вы видели. Активность у него хорошая. Сел на три крючка. Ну, тихо, тихо, тихо. Плыви, дорогая. О, поплыла. Все-таки этот спиннинг жидковат для щуки. Поэтому я оставлю эту же вертушку, но возьму более спиннинг помощнее. Щучка-то на килограмм, а загибал его, как будто там трешник.
есть. Ага, щучка. Неплохое такое. Не есть, а была. Не попался, сорвалась. Ну ничего, порадовал зато. Есть. Красота. Конек неплохой. Как у него только уместился тройник, варто посмотреть. Ой, руки твои загребущие. Ой, плыви. Щучка попалась. Опять на вертушку. Еще пока не попалась, конечно. Это уже не щучка, это уже щука. Ну, я думаю, 2,5 где-то. 2,200 это точно. Хороший трофейный экземплярчик. Порадовал, конечно, она. Глубина. Середина речки. Где-то глубина 1,5-3 метра. Затишье. Вот она здесь стояла. Окуньки здесь гоняли сверху, она, видно, снизу стояла, за ними наблюдала. Может быть, хотела их съесть. Но мы поймали ее. Хорошая. На дальнем забросе на ту же вертушку. Куда-то в сторону берега пошла, в сторону берега, в сторону берега. Ну, она не очень большая. Ну, нормально. Ну, не как-то она 2,5, но все равно где-то 100 кг, около килограмма есть, нормально. Взяла тоже на вертушку, на ту же, причем вот на эту вертушечку сегодня как-то получше. Ставил другие вертушки, хуже. Окуньки выходят, стучат, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Но видно, тройники большие, а окуньки маленькие, поэтому они не попадаются. Но ничего страшного, что не попадаются окуньки, хорошо, что попадается щучка. Вот и подошла к концу наша рыбалка. Я бы сказал, не рыбалка, а путешествие. Сегодня мы испытали нашу машину. Сегодня мы посмотрели красивые луга, красивые пейзажи. Порыбачили на болонскую удочку, ловили красноглазку, красноперку. Попадалась иногда уклейка. А потом я решил съездить все-таки со спиннингом. И нисколько не потужил. Я поймал одного окуня, несколько окуньков выходили, стучали, но не попались. Поймал несколько щук, несколько штук ушло, ну ничего страшного. Я очень доволен сегодняшней рыбалкой и путешествием. На этом я с вами прощаюсь, всего вам хорошего, до новых встреч. С вами был Эдуард Лобанов и Малая река Черноземья. Займитесь ужением и вступайте в великое племя рыболовов. И вы сразу почувствуете, как окрепнет и закалится ваше тело. Вы погрузитесь в светлую поэзию русской природы и жизни. Константин Паустовский.